Пневматический револьвер от ТСГ. ТСГ компания датская, но производство находится в Тайване. Комплектуется стандартно для всех СГ-шных револьверов. Это быстрозарядник, 6 фальшпатронов и, соответственно, сам револьвер. Также иногда идет в комплекте шестигранник, здесь будет кое-что другое. Ну, я вам это обязательно покажу. Это является практически точной копией револьвера американского Den Wesson 715 с длиной ствола 6 дюймов. Реальные прототипы бывают также длиной 4,8 дюймов. Что примечательно, сверху идет крепление для ласточкиного хвоста. Соответственно, мы можем крепить различные оптические прицелы, но я все же рекомендую больше коллиматорные, потому как удаление выходного зрачка у них практически бесконечное, а вот с оптикой будет сложнее. Я выбрал оптический прицел просто потому, что, во-первых, он был под рукой, просто-напросто самый первый попался, во-вторых, более наглядно, так скажем. Плюс вопрос целесообразности. С оптическим прицелом предполагается стрельба на дальние расстояния. Здесь шаробрюйка. Пистолет стреляет стальными шарами 4,5 мм. На такие расстояния там даже 20 метров рассчитывать нам не приходится. По схожести. Пистолет практически, можно заявить, является точной копией. Единственное, отличается оттенок. Настоящий пистолет более матовый, более сдержанный. Этот, как видите, весь в хроме, весь блестящий. Реальный прототип, видимо, меньше будет залапываться. Этот залапывается прям моментально. Но зато он более праздничный, более нарядный, более красивый. На полке или на столе будет смотреться очень красиво. Особенно если будете делать какие-то фотосессии. Пистолет действительно очень красивый. Если просмотреть, поразбирать макулатуру, вы можете обнаружить там различные гаджеты, которые идут к этому прицелу. Помимо прицелов, которые крепятся сверху на планку, также идут различные устройства, которые крепятся снизу на стволе. Там идет два отверстия под винты с резьбой. Предполагается возможность установки тактического фонаря либо лазерного целеуказателя. Возможно использовать для любителей хардбола. Актуально ли использовать в хардболе? Сомневаюсь. Вот вы наблюдаете, как пистолет заряжается с помощью быстрозарядного устройства, так называемый фастлоадер. Кстати, некоторые покупают сразу несколько комплектов пули и несколько фастлоадеров. Весь этот набор, там цена вопроса порядком 1000 рублей. При этом ваша скорострельность боевая повышается в разы. Вы не заряжаете каждый раз, а просто отстреливаете несколько пачек патронов. Но это чуть более упрощает эксплуатационные какие-то качества пистолета. Но хочу отметить, что зарядка револьвера — это тоже часть процесса, особый ритуал. Отнести к недостаткам сложно. Накладки здесь прорезиненные, резина натянута или приклеена к металлу. Показывается тот самый шестигранник. Точнее, альтернатива, а просто вот такой вот интересный, по сути, мультитул. С одной стороны, это накладка на рукоять, с другой стороны, это устройство для того, чтобы изымать баллончики с CO2. Что вполне логично, открыли камеру, значит, собираетесь снимать баллончик, и у вас под рукой шестигранник. Очень удобно, хочется сказать, даже остроумно. Весь остальной пистолет выполнен из замака, не из силумина, а именно из замака. Не путать, пожалуйста. Вес пистолета 1225 граммов, длина 298 миллиметров, длина ствола при этом 140 миллиметров. Пули или фальшпатроны здесь комбинированы. Основная гильза латунная, спереди идет пластиковый наконечник. И тоже есть определенная вариативность. Если вы любите возиться, постоянно вытаскивайте эти фальшпатрончики. Можете вытаскивать и вставлять туда шарики. Если вы хотите стрелять и побольше, не хотите особо заморачиваться, можете устанавливать шарики в фальшпатроны таким вот образом. С левой стороны подлезть не получается, мешает рычаг, который открывает и запирает барабан. А вот с правой стороны вполне себе можно подлезть и поддавить пальцем, и все готово, пистолет можно эксплуатировать. Эксплуатировать будем, замеряя попутно скорость, вес шарика 0,13 грамма. Основное преимущество — внешний вид, потому его можно рекомендовать в качестве съемочного реквизита ребятам, которые любят пофотографироваться.
плюс первое впечатление от пистолета будет просто шикарное. Опять же, из-за его всей этой вот нарядности будет прекрасным подарком любому мужчине. Ну, который, разумеется, не против оружия или оружейной тематики. Также вполне подходит для развлекательной стрельбы, возможно, для коллекционеров, для любителей револьверного оружия иностранных и не только производителей.